Медиагруппа «Авангард» представляет. Александр, вот у вас сегодня очень интересный доклад с интересным названием «Информационная безопасность быстрого реагирования. Как не проспать кибератаку?». Мы обязательно послушаем, мне кажется, будет замечательный доклад, но вопрос немножко в другой плоскости. А все-таки, если вы, а точнее ваши заказчики, проспали кибератаку, что делать в этом случае? Ну, тут, наверное, ответ сразу немножко очевидный, да, если мы проспали кибератаку, в прошлое уже не вернуться, ее никак не отразить, но здесь нужно только минимизировать тот ущерб, который уже был нанесен. Какого-то универсального метода, как это сделать, наверное, нет, каждый случай уникален. Например, в одном случае можно изолировать какие-то узлы или рабочие станции или сервера, на которые была произведена атака. Например, в случае какого-то банковского бизнеса, например, это будет не очень, наверное, хорошо, потому что могут пострадать бизнес-сервера, и для пользователя это будет плохо. В других случаях, возможно, если утекли какие-то данные от пользователей, будет разумным сразу самому обратиться в СМИ и сказать, что такая ситуация произошла, возможно, через социальные сети, организации как-то по-другому, чтобы сохранить лояльность пользователей. Но общая рекомендация такая, что не стоит ждать у моря погоды, да, не стоит надеяться, что это все пройдет как-то само собой, а лучше обратиться к компетентным специалистам. В том числе и в компании Крок существует свой центр управления безопасностью, в котором есть специалисты, которые как раз занимаются конкретно расследованием кибератак, и они помогут выбрать наилучшую стратегию как устранения инцидента, да, так и выбрать стратегию, как в дальнейшем модернизировать или усовершенствовать систему защиты, чтобы эти атаки в дальнейшем не повторились. Спасибо, Александр. И тогда следующий вопрос. Насколько мне известно, в компании Крок есть свой СОК, есть будущий корпоративный центр Госсопка, который будет представлять услуги другим организациям. Как, на ваш взгляд, насколько увеличилась потребность в СОКах в связи с последними изменениями, в связи с массовым переходом на удаленку ваших заказчиков? Насколько такие услуги стали более востребованы? Ну, здесь я могу говорить только по собственному опыту, да, скорее. Мы видим, что они становятся все более и более востребованными, и все более и более востребованным становится СОК именно по модели сервисной. Да, когда мы предоставляем заказчикам полностью инфраструктуру своего облака, предоставляем своих специалистов, которые следят за угрозами, а заказчику выдаем уже какую-то отчетность или рекомендации по тому или иному действию, направленному на устранение атак. То есть мы такую потребность видим, она все время повышается. Ну и, наверное, заключительный вопрос про ваш личный опыт, точнее, компании Крок. Читал в новостях, общался с вашими коллегами, которые говорили, что Крок, наверное, одна из первых IT-компаний, которая перевела собственных сотрудников практически в 100% составе на удаленку и при этом в ближайшее время не планирует возвращать. Скажите, пожалуйста, как это так быстро, так оперативно удалось сделать и какими средствами удалось обеспечить должную безопасность? Оперативно это удалось. Во-первых, это правда, да, мы почти с самого начала пандемии работаем удаленно, скоро исполнится уже почти год тому, как нас перевели на удаленку, это правда. Получилось это сделать очень быстро, там, буквально в течение недели, счет того, что в Крок, в нашей компании постоянно идут процессы модернизации, да, мы не стоим на месте, и мы уже заранее задумывались, как только начались там первые случаи заражения, было понятно, что что-то назревает, мы уже задумывались о том, какие средства нам необходимо применить, чтобы, даже если ничего не случится, чтобы мы были готовы к тому, чтобы перейти на удаленку. Это, во-первых, какими средствами удалось обеспечить защиту, это и двухфакторная аутентификация, да, и специальные корпоративные политики безопасности, это, если мы говорим о мобильных устройствах, то есть система управления мобильными устройствами, да, то есть все те средства, которые представлены на рынке, которые могут внедрить все организации. Продвинутая IT-компания использовала продвинутые инструментарий для собственной защиты. Звучит верно. Спасибо большое.